Называют это игра не смотрит ни на что. Пусть отец садит со мною в карты, я обыграю отца. Не садись, не серафи. Именно этого не понимают, что игрок может быть добродетельнейший человек. Я знаю одного, который наклонен к передержкам и к чему хотите, но нищему он отдаст последнюю копейку, а между тем ни за что не откажется соединиться втроем, одного обыграть наверняка. Но, господа, так как пошло на откровенность, я вам покажу удивительную вещь. Знаете ли вы, что называют сводная или подобранная колода, в которой всякая карта может быть угадана мною в значительном расстоянии? Знаю, но может быть другого рода. Могу вам похвастаться, что подобной нигде не сыщете почти полгода.